Дорогие друзья, как вам уже известно, в Одессе прошел мессианский еврейский ретрит. И темой была пастырь и его команда. Знаете, для вас это очень важно, и для нас это было очень важно, но многие писали нам, что не смогли приехать. И по этой причине мы даем возможность этому видео быть в доступе каждому пастырю, каждой команде, чтобы мы строили Царство Небесное. That God created coffee. Кто благодарен, что Бог создал кофе? Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Father, we receive your anointing. Отец, мы принимаем твое помазание. We love caffeine. Мы любим кофеин. Glory to God. Слава тебе, Господь. So, I'm James. Меня зовут Джеймс. I love meeting you guys, hearing your amazing names. Я рад увидеть всех вас, ребята, слышать ваши имена. You guys all have such fancy names. У вас такие красивые, изысканные имена. I hear your names and I'm like, ah, I'm just James. Я слушаю ваши имена, когда знакомлюсь и восхищаюсь, а я думаю, а я просто Джеймс. It could be worse. Что могло быть хуже? What if it was like John? Только Джон могло быть хуже, да? That's oh, it's a good thing you have a lot вообще of personality, John. Хорошо, Джон, что у тебя, что ты хороший человек. Well, I work at Gateway Church. Я работаю в Gateway Церкви. I am a community groups pastor. И я вот отвечаю за группы на определенном районе. We love people at Gateway Church, just like what Pastor John said. Мы любим людей, прям как пастор Джон уже говорил. Everything we do. Все, что мы делаем. We want there to be a team that does it. Мы хотим, чтобы это делала команда. So if you're taking notes today, и если вы делаете записи сегодня, let me see your pens. Покажите мне ручечки ваши. Oh, you guys are so technologically advanced. Слушайте, телефоны, вы уже не ручками пишете, вы в телефонах пишете. Fancy names. Так, у вас изысканные имена. Fancy notes. У вас изысканно вы ведете записи. I'm really impressed. Я впечатлен. This is great. Это круто. So with your notes. Итак, если вы пишете записи. I'm mainly going to be talking about teams and developing a team. Я буду в общем говорить о команде и о развитии команды. And we have what, like an hour? Because yeah. John, he took. Okay, we'll just get right into it. So, what does it mean to be a team? Итак, что же это означает быть командой? So, thank you. My computer keeps slipping. Компьютер пытается сбежать с кафедры. There was a U.S. fighter pilot. Был в Штатах пилот, военный пилот. He flew 75 combat missions. Он 75 what? 75 like missions. Он 75 вылетов делал боевых. As a fighter pilot. Как боевой пилот. Is anybody in here a fighter pilot? Кто-то из вас есть здесь боевые пилоты? Oh, nobody? Yeah, нет, никто. No? No. Man, well, I was just hoping there would be, because. Я надеялся, что хоть кто-то из вас боевой пилот. Ну ладно. Because fighter pilots usually look so cool. Потому что обычно боевые пилоты, они так круто they выглядят. They wear cool watches. Они одевают крутые часы, носят. And they're just some good-looking guys. И они вообще неплохо выглядящие ребята. They're a lot like worship pastors. Вообще боевых пилотов можно сравнить с лидерами прославления. Really good-looking guys. Отлично выглядящие молодые люди. Are there any worship pastors in here? Здесь есть лидеры прославления. Oh, yeah, any. Okay, are there any single worship leaders in here? Мне надо одинокие, которые не женатые лидеры прославления. Есть такие? Everybody else who's single, have a look. No. No? No. Okay, never mind. Ладно, проехали. Okay. I'm matchmaking here. I'm going to try this because it kept sliding. Okay. Are you getting nervous? Кто-нибудь может закрепить ему там, чтобы это не съезжало?
Okay. Okay. So U.S. fighter pilot. Итак, вот этот американский пилот. His name was Charles Plum. Его звали Чарльз Плам. Really cool guy. 75 missions. 75 боевых вылетов. And then his jet got shot down. And then what? Его сбили, да? И потом в конце, после этих успешных 75 боевых вылетов, его подстрелили. He had to hit the ejection button. И он нажал на кнопку запасную, которая катапульта. And he parachuted to the ground. И он на парашюте спустился на землю. Behind the enemy's lines. Между станом врага, так сказать. He spent 6 years as a prisoner. И он 6 лет провел в плену. To the enemy. В плену у врага, в тюрьме у врага. 6 years. 6 лет. And it was a couple years later. И пару лет после этого. That this man comes up to him. Человек пришел к нему. And he says, "You're Charles Plum." И говорит, ты Чарльз Плам? Charles was like, "Yeah." И он сказал, да. You fought 75 missions. Ты выполнил 75 миссий боевых вылетов. Yeah. Да. You crashed behind enemy lines. Ты разбился прямо вот среди стана врага. Uh-huh. Да. You spent 6 years in a prisoner war camp. И ты провел 6 лет в плену в той тюрьме на военной территории на вражеской. Charles Plum was like, how do you know all this about me? Charles Plum говорит, а как ты вообще обо мне все это узнал? This man said, I was on your team. Он говорит, этот парень отвечает, я был в твоей команде. Charles Plum knew that he was a part of a team. Charles Plum знал, что он часть команды. He didn't know who this guy was. Но он не знал, кто этот парень был. What do you mean you were on my team? Что значит, что ты был в моей команде? I folded the parachute. Я тот человек, который складывал твой парашют. He knew exactly what had happened. Он знал точно, что с ним произошло. Because he knew he was a teammate. Он знал, что, потому что он был частью его команды. Charles Plum was so thankful. И Чарльз Плам был очень благодарен. Thank you for doing a good job folding parachutes. И он говорит, спасибо за то, что выполнил хорошо свою работу, сложил мне парашют. As ministers. Как служителя. As pastors. Как пастыря. As volunteers. Как волонтеры. As team leaders. Как лидеры команд. We're on a team. Мы имеем команды, мы часть команд. We are leading teams. Мы ведем команды. We're on teams that are being led by other people. Мы в командах находимся, которые ведут другие люди. So, as we're talking about teams today, и если сегодня мы говорим о командах, I want you to kind of be thinking. Я хочу, чтобы вы немножко подумали. Who's folding my parachute? Кто складывает мой парашют? Whose parachutes am I folding? А кому я складываю парашют? Like I said, Gateway Church believes in team ministry across the board. Как я уже сказал, что церковь Gateway, она верит в командную работу по всему миру. Pastor Robert Morris could not lead the church the way he wants to without a team. Не смог бы вести церковь сам по себе без команды. We believe that combined efforts. Мы верим в соединение усилий, в общие усилия. Are greater than a single effort. И общие усилия, они лучше и сильнее, чем усилия одного человека. We're intentional about honoring and valuing other people's efforts. И мы обращаем внимание и ценим время и усилия, которые вкладывает вся команда, все члены. Because we're a team. Потому что мы команда. We empower people to do their jobs. Мы вдохновляем людей, снаряжаем их выполнять их работу. Like we trust them, we release them to do their roles. Мы доверяем их и высвобождаем им выполнять свои роли. Because we're a team. Потому что мы команда. That's what teams do. Has anybody ever played on a sports team? Это то, что делает команда. Здесь кто-то спортом командным занимался? Yeah. How silly would it be if I'm the goalie? How it would be really silly if I was the goalie on the football team. Yeah, было бы очень глупо, если бы я был вратарем в футбольной команде. And
and Pastor Vitaly, а пастор Виталий, например, keeps coming back here to help me be goalie. Подбегал бы ко мне и пытался быть вторым вратарем в моих же воротах. I feel like, what are you doing? Что бы ты делал? Зачем? Go shoot a goal, man. Иди и забивай голы. I'd probably be a lot madder than that. Там больше смысла было бы, чем это. Just trust me, I'm gonna do a good job. Просто доверься мне, пастор Виталий, я могу быть хорошим вратарем. So we gotta, you gotta let people be empowered to do their job, their role. Вы должны доверять людям выполнять их работу и играть свои роли. That's how teams work. Так работает команда. Pastor John talked about this, but we value and prioritize unity. Пастор Джон уже говорил об этом, но мы ценим и ставим в приоритетах единство. Unity commands God's blessing. Единство приносит Божье благословение. God blesses unity. Бог благословляет единство. You know, as a kid, we all grew up hearing about the story of the Tower of Babel. С детских времен, с детского возраста мы все слышали историю о Вавилонской башне. You know, all these people came together to build a big, giant, tall tower. Все эти люди собрались вместе и начали строить огромную, высокую башню. And we get to see this yeah, conversation yeah. happen in the heavens. I'm sorry. I'm sorry, Hannah. I'm like back here. I'm standing up here. I'm moving. It's. Yeah. And my pastor did everything that I can do. So in the story of Babel, итак, в истории Вавилона, we get to see a conversation that happens in the heavens. Мы видим диалог, который происходит на небесах. God says, "Now that these people." Бог говорит, вот все эти люди have come together in unity, собрались вместе в единстве. Nothing they do is going to be impossible. То, что они сделают, будет... Что? Не остановит их, никто не остановит их. Они сделают невозможное. Whatever they put their hands to, к чему бы они ни приложили свои руки, when they're all doing, all unified in their hearts, и они объединены в своих сердцах, они едины. It works. Тогда это все сработает. I don't think God was necessarily mad that they were building a tower. Я не совсем думаю, что Бог вот именно разозлился на то, что они башню строили. He might have been annoyed. Может быть, оно раздражало его. I created these people in my image. Я создал этих людей по своему образу и подобию. I give them authority on the earth. Я дал им власть над всей землей. I feed them. Я кормлю их. I clothe them. Я одеваю их. And they want to build a tower. А они что-то башню хотят построить. Why not like world peace? Почему просто не находиться в мире и покое? You know, why not like to feed all the hungry people in the world? Почему бы не накормить всех голодных в мире? A tower? Башню? Let's do something. Давайте что-нибудь сделаем. Okay, let's make it to where they don't all speak the same language. Давайте смешаем им языки, чтобы они не говорили на одном языке. He's just mixing it up. И он просто все помешал, перемешал. So today. Сегодня. Unity is something we have to fight for. Есть что-то, за что нам надо сражаться. Because we're a part of a big team. Потому что мы часть огромной команды. It's not always easy. И не всегда это легко. But it determines the horsepower of how a ministry's engine works. Можно в лошадиных силах посчитать, да, как может работать служение. How effective are we going to be as a ministry? Посчитать, насколько мы эффективны как служение. I don't know, how effective are you as a on a tight team? Я не знаю, насколько вы эффективны вот как такая тесно связанная команда. Unity. Только через единство. Единство — это наши лошадиные силы. It's how a team works. Это то, что запускает работу команды, Hannah, заставляет will you, работать. Will you read Ecclesiastes chapter 4, и мы сейчас 9 through 12. Сейчас прочитаем Екклесиаста 4 главу.
9-12, yes? Yes, please. Экклесиаст, 4 глава, с 9 по 12 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». We grew up knowing that two are better than one. Мы выросли, зная, что двое лучше, чем один. And I love the illustrations that we read in the Bible. И мне нравится та иллюстрация, которую мы читаем в Библии. I think it's hilarious when I talk to somebody who says reading the Bible is boring. Я думаю, что это невероятно, когда ты читаешь что-то, какие-то предупреждения из Библии. Every time I read, потому что каждый раз, когда я читаю, I'm very visual. Я очень визуализирую, представляю все. Поэтому, когда я думаю, что двое лежат, и чтобы им теплее было, согреться, I look around the room. Я смотрю по комнате. I mean, my wife's not here. И думаю, жены нет моей здесь. Who would I want to keep me warm? Кто же меня будет согревать? Pastor Oleg's a big guy. Пастор Олег так ничего. I'll bet we could be so warm. Мы бы согрелись. That would be a great teamwork. Это была бы крутая командная работа, пастор Олег. So reading the Bible isn't very boring for me. Ну, короче, чтение Библии для меня никогда не скучно. Two are way better than warm. Two are way better than one. Двоим теплее, чем одному, или двоим лучше, чем одному. Выбирайте свой вариант. In this beautiful weather, Pastor Oleg, you're safe. Короче, пастор, погода такая хорошая, что ты спасен, не надо согревать. He's like, thank you, Lord. Пастор Олег говорит, спасибо, Боже. But then it goes on. Но потом идет дальше. To say, but three, two is good. Там идет дальше и написано, что два, конечно, хорошо. But a threefold cord is not easily broken. Но написано, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. Who is married? Кто женат? Yes, you are highly favored, highly blessed. Вы высоко благословлены и к вам благоволение. Marriage is an amazing blessing. Супружество это невероятное благословение. I've been married for almost 18 years. Я женат уже почти 18 лет. The first year of my marriage. И первый мой год. My wife and I were running away from God. Первый наш год семейной жизни мы с женой убегали от Бога. And it was not working. И ничего не работало. But then we started running toward God. Потом мы начали бежать к Богу. We started considering Him a part of our team, our marriage. Мы начали рассматривать Бога как часть нашей команды, как часть нашего супружества. We said, this isn't really working with just us two. И мы поняли, что только с двумя нами не сработает. Two are better than one. Два, конечно, лучше, чем один. On a cold day. If it's cold outside. Если это хороший холодный день. But with three. Но троем. You don't have a choice. You have to get along. У вас нет выбора. Вам надо как-то сработаться вместе. Because if it's just two. Если вас только двое. Only one of us could be right all the time. Только один может быть прав постоянно. But in a team of three people. Но в команде из троих. You can have somebody saying, "You're wrong. You're wrong. This is what we gotta do." Но когда команда из троих, этот третий может сказать: "И ты не прав, и ты не прав. Вот что мы будем делать." Obey God. Слушаться Господа. Listen to God. Прислушиваться к Нему. If you're a part of a team of two. Если вы часть команды двоих, добавьте третьего. If you're a part of a team of three. Если вы часть команды из троих, добавьте четвертого. Listen for God's voice. Слушайте Божьего голоса. Will you read Luke chapter 10 verse 1? И мы прочитаем еще Луки 10 главу, 1 стих. You know, as we look at the ministry of Jesus. Если мы посмотрим на служение Иисуса, we're seeing relationship.
Мы увидим взаимоотношения. You know, we see Jesus in the thousands of people who followed him. Мы видим Иисуса и тысячи людей, которые следовали за ним. Whatever part of Galilee he went to. В какой бы части Галилеи он ни шел. Thousands of people would just show up. Тысячи людей там появлялись. He sent out the 72. Он послал сначала своих 72 in teams of two, в командах по двое. Jesus ministers with teams. Иисус сам служил в команде. And then we see he has a team of 12 disciples. Потом мы видим команду его из 12 учеников. And then we see that he has a team of sleepy intercessors. Потом мы видим в Писании команду таких сонных ходатаев. Sleepy intercessors. It's funny. You guys got it. I heard a couple. Поняли, да? Поняли, да? Все поняли. Low-hanging fruit, right? Да, они такие жаждущие были, но все закончилось во снах. So the you know, we look at all these teams in the ministry of Jesus. И мы видим все эти разные команды в служении Иисуса. Some big teams. Одни команды большие. But the tighter to the middle of the relationship, the closer to Jesus that the teams get. Но команда вот, которая была ближе всего к Иисусу. You know, like the thousands who follow him. Вот это тысяча, которые следовали за ним. The 72 that were sent. Вот 72, которых он первых послал. The 12 disciples. Потом его 12 учеников. The sleepy prayer warriors. Потом у нас вот эти сонные воины молитвенные. And you could even say John, who slept at on the Jesus' chest. И потом мы видим Иоанна, который спал на груди, возлежал на груди у Иисуса. I would correlate proximity to Jesus. I would correlate relationship with discipleship. I would say that relationship equals discipleship. Я бы сопоставил вот такую градацию: взаимоотношения равняются ученичеству. This team is the most important thing. И вот эта команда важнее всего. Without this. Без вот этих уровней. Then with like without the 12. Без 12, например. Without the 72. Без вот этих 72. The all the cities around Galilee. Все вот эти города вокруг Галилеи. In Israel. В Израиле. They don't get visited. Их бы никто не посетил. They don't get to see the followers of Jesus. Они бы не видели последователей Иисуса. Doing the amazing works of God. Которые делают удивительную работу Божью. So Gateway Church is the church I work at. И вот церковь Gateway, в которой я работаю. And if the only way you're going to be blessed by Gateway Church. И единственный способ, как быть благословенными от церкви Gateway. Is going to be coming to the auditorium. Это быть вхожими в. Да, так и сказали. Единственный путь благословения, если вы входите в аудиторию. What are they arguing about? Hannah, you're amazing. Thank you. Look, can we extend our hands, y'all? Being the interpreter, interpret this. This will be funny. Okay. This is the hardest thing to do in ministry. Быть переводчиком самое тяжелое в служении. So Lord, we thank you for Hannah. Бог, мы благодарим за Аню. Lord, we thank you that you're giving her strength. Боже, спасибо, что ты даешь ей силы и исцеление. And Lord, whatever attack that the enemy has, whatever he wants to do, враг пытается сделать. Lord, we say no weapon formed against Hannah will prosper. Отец, мы говорим, ни одно оружие не будет успешным против нее. Lord, I thank you that if this teaching isn't very good. Боже, я прошу тебя, если это учение не настолько хорошо. That it's all Hannah's fault and not mine. То это все Анина ошибка, а не моя. In Jesus' name, amen. Во имя Иисуса, аминь. So I love you, Hannah. She's amazing. She really is. She's here serving, and she was not feeling good this morning. She didn't tell you guys because she's so humble. Tell them how humble you are. Она не говорит вам всем, потому что она очень смиренная, как она плохо себя чувствовала и чувствует. Did you tell them how humble you are?
Yes, I do. Yes, she's so humble. If the only way that you're going to be blessed by the ministry of Pastor Robert Morris. Единственный способ, если вы хотите иметь благословение от церкви пастора Роберта Морриса. What I did. If you had to. Я поменяла слово местами. Если бы вы хотели получить благословение от церкви Гетвей и пастора Роберта Морриса, он не мог бы прикоснуться к сотням тысяч людей. Он бы мог иметь влияние только насколько здание большое. Without this team, без вот этой команды, Jesus would have had a lot harder time ministering to tens of and hundreds of thousands of people, a nation. И Иисусу было бы гораздо сложнее служить и выполнить все его служение без вот этой команды, которую он бы посылал, чтобы захватить сотни и тысяч дальше людей. I'm not a meteorologist. That's like the study of weather. Я не тот человек, который погоду изучает. But I've heard that the way a hurricane works. Но я слышал, как ураганы работают. Is the storm just spins so tightly? Шторм начинается очень сильно в одной точке, в одном месте. It's called the eye of the storm. И называется он глаз шторма или сердцевина. And the tighter the eye is, и чем плотнее вот этот очаг сам, the more powerful the storm is. Тем мощнее шторм и его влияние потом. Once this eye, once the center starts dissipating, и когда вот этот центр начинается расширяться, well, the storm loses power. Тогда он ослабевает и шторм теряет свою силу. As a pastor, как пастыря, as a team leader, как лидеры команд, as a volunteer, как волонтеры, as a worship leader, как лидеры прославления, whatever you do in the church, все, что вы делаете в церкви, as that, mm-hmm. as that person, как вот этот человек ключевой, your ministry is only going to be as effective, настолько будет успешно ваше служение, as the unity of this team, насколько будет единство в этой вашей ключевой команде. Pastor Robert Morris. Pastor Robert Morris. He leads hundreds of thousands of people. Он ведет тысячи и тысячи людей. But like Jesus. Но как Иисус. He leads like three people. Иисус, можно сказать, вел трех. And he says, now you lead three people. А потом вы каждый ведите трех. And then tell them to go lead three people. А потом Tell them to go. А потом скажите другим, ведите трех людей. And then pretty soon. И потом в очень скором времени. You have a really big church. У вас получается очень большая церковь. With a big team. С очень большой командой. It's a big church. У нас большая церковь. It's got a lot of individuals. И включает в себя много разных личностей. A team is made up of individuals that have different talents. Команда состоит из личностей, у которых каждый имеет свои таланты. They have different abilities to contribute. У них есть разные способности, которые они могут служить ими. And they're taking all these individual abilities. И мы берем все эти личные способности. And they're bringing them to the house, to the church. И приносим их в дом Божий, в церковь. They might say, I don't have time. Можно сказать, кто-то может сказать, ну, у меня нет времени. To practice with the worship team. Практиковаться, репетировать с поклонением команды. But I'm really good at helping people with their personal finances. Но я, например, могу помогать вести личные финансы людям, как бухгалтерский учет личный. Get that person on your team. Возьмите себе такого человека в команду. Go to the people in the church that need help with their personal finances. Сделайте объявление в церкви, кто нуждается, чтобы ему финансы помогли привести в порядок. Make that connection. И сделайте эту связь. Соедините этих людей. Pretty soon. И очень скоро. You're going to have a lot more financially healthy people in the church. У вас будет более
много людей с финансов, здоровыми финансами в церкви, в правильном отношении финансовом. So at my church, my job is I'm the pastor of the community groups. И вот в моей церкви моя работа, моя должность, я пастор вот этого такой оригинальной группы людей. A big part of my church is looking for those people that have these unique talents. И большая часть моей группы мы смотрим и выискиваем ответственно, чтобы найти людей с вот этими талантами уникальными. Our head pastors. Наш главный пастырь. Their calendars used to be full. Его календарь должен быть заполнен. In the past, they were full of counseling people in their marriages. В прошлом у него был календарь забит консультированием семейных пар и очень-очень занят он был. They didn't have time to do typical, like everything else on their schedule. Они вообще не имели времени делать все остальное в своем расписании. Because they have to take care of the sheep, the flock. Потому что они должны были нести заботу за своим стадом, за своими овцами. Healthy marriages equal healthy families. Мы же приравниваем, да, здоровое супружество, здоровые семьи. So we looked at the people in the church. И мы начали искать людей в церкви. With healthy marriages. У которых есть здоровые отношения в семьях. And we asked them, will you lead a marriage group at your house? И мы начали просить их, вы, у кого здоровая семья, здоровые отношения, могли бы вести группы семейные дома у себя? We have 24 marriage groups now at the campus I work at. И только в том кампусе, где я работаю, у нас 24 группы домашних по семейным отношениям. It is very rare that our head pastors have to do any marriage counseling anymore. И это удивительно, что теперь очень крайне редко нашему пастору приходится давать какие-то семейные консультирования. Because we have empowered a team. Потому что мы снарядили команду. To go minister to marriages. И они теперь служат семьям. Families are being blessed. И семьи получают благословение. Children are growing up in healthier homes. И дети растут в здоровых домах, в здоровой атмосфере. And that's a huge core value that's really important to the church. И это огромная ключевая ценность, которая важна для церкви. Healthy things grow. Чтобы все росло здоровым. If your sheep, your flock is healthy, если ваше стадо или все ваши овцы здоровы, it's gonna grow. Все будет расти. Release people with different talents. Высвобождайте людей с разными талантами. To use them. Использовать эти таланты. Have to be for marriage. Это может быть для супружества, не только для него. It could be with finances. Это может быть для финансов. It could be a motorcycle group. Это может быть группа любителей мотоциклов. We actually have like a motorcycle group. У нас есть группа любителей мотоциклов. Она огромная. How is a motorcycle group going to benefit the kingdom? Так, но как же группа мотоциклистов может принести какую-то выгоду для царства? Because the leaders are using motorcycles. Но лидеры в этой группе используют мотоциклы. To bring people closer into the family. To build unity in the church. Строить единство в церкви и соединять людей ближе друг к другу. Whatever their talent is. Какой бы у них ни был талант, God gave it to them. Бог дал этот талант. You can use it. И вы можете его использовать. And they're gonna be glad you asked them. И люди будут рады, что вы попросите их поделиться их талантами. You know, being this big and beautiful doesn't come without certain costs. Быть таким большим и красивым doesn't cost. I have to use a sweat napkin sometimes. Так стоит цену. Я плачу цену за то, что я такой большой и красивый. Салфетками пользуюсь. Sorry. Так что простите. It's just a part of being big and beautiful. Это просто часть меня большого и красивого. Okay. So, where's our time? At 6. What do we got left? 20 minutes. Okay. Four things that make a team successful. All the note takers are like, yes, he's gonna get to something. Многие могут сказать, наконец-то он к чему-то существенному переходит. Итак, 4 пункта, чтобы сделать команду успешной. Point number 1. Пункт номер 1. A leader with a vision.
A cause or a purpose? Лидер с видением, целью. That is clear and compelling. Compelling. Inspiring. Который может вдохновить и передать это видение. That's going to be one of the four things that make a team successful. Это будет одной из тех частей, которые сделает команду успешной. Clear vision. Ясное видение. Like Nehemiah had in Nehemiah chapter 2. Когда мы читаем Неемия вторую главу, мы видим, что у него было ясное видение. Point number two. Первый — это было ясное видение. Второй. I'm going to talk a little bit more about vision. Later on today, that's why I'm jumping through that one. Я перепрыгиваю быстро, мы чуть позже поговорим о видении более детально. The second thing is an individual that embraces the leader's vision. Личности, которые ухватывают видение лидера. And that looks like trust. И можно это озаглавить доверие, когда лидер передает своей команде, ухватившей видение. And I'm going to talk about trust later. И мы о доверии поговорим позже. So let's talk about the third thing that makes a team successful. И теперь перейдем к третьему, что делает команду успешной. But write these down. Запишите. Because you're gonna want a successful team later. Вы же хотите быть успешной командой. The third thing is individuals willing to personally sacrifice and take responsibility for the goal. Третий пункт. Личности готовы принести усилия, приложить усилия для того, чтобы достичь совместную цель. Like in football or soccer. Как футбол или американский футбол, все работают на одну цель. If you're not the goalie, don't go guard the goal. Если ты не вратарь, не иди выполнять другую работу на поле. If you're not the worship leader, если ты не лидер прославления, don't go give the worship leader advice. Не начинай давать советы лидеру прославления. They don't like that. Вообще они не любят этого. Some of them might. Who's the worship leader again? Кто здесь лидер прославления? Поднимите, пожалуйста. No, these look like really nice people. Не, ну вы такие, вы приятные люди. Y'all can tell them how you want worship to be. Не, им вы можете говорить, как им вести прославление, поклонение. But your team would be more successful if you didn't. Но ваша команда на самом деле будет более успешна, если вы не будете так делать. The fourth thing that's going to make your team more successful. И четвертый пункт, который сделает вашу команду более успешной. So real quick, the third thing is look for the people who are going to take personal responsibility. Итак, третий, повторяем, пункт — это ищите тех людей, которые готовы приложить усилия и взять ответственность за достижение общей цели. Find those people in your church. Найдите таких людей в своей церкви. And the ones that are really excited about the vision. Те, которые действительно будут рады вашему видению, которое вы имеете. The ones that are throwing their hand up when it's time to volunteer for something. Которые поднимают руку и готовы быть волонтерами, когда вы просите о чем-то. And since I'm in another country right now, I can say this. И из-за того, что вот я с другой страны приехал, могу сказать вам. When there's a volunteer opportunity. Когда есть возможность послужить волонтерское. In my experience. В моем опыте. It's usually somebody that I'm like. Обычно это звучит так. Опять. Lord, I was really hoping she wouldn't volunteer for this one. Господь, я надеюсь искренне, что я не буду волонтером для этого. She's always the first one to volunteer. Я всегда первый и так волонтер. It's usually the people that require a little bit more grace to work with. Люди, которые требуют немного благодати, чтобы с ними работать. It's usually the people that, I was really hoping they wouldn't volunteer. That would not volunteer. Что я не буду волонтером. But since... Нет, я не устала. Просто... Окей. Простите меня, пожалуйста. Опять в команду просятся те люди, которые ты хотел бы, чтобы они не были волонтерами. Которым надо проявить дополнительную благодать, когда они вызываются служить к тебе. Это вот мне сейчас надо дополнительная благодать.
So me, this is me I'm talking about. Я говорю о себе, о себе. I have to say thank you, Lord. Я говорю спасибо, Господь. For people who are taking personal responsibility. За людей, которые берут личную ответственность. So that we can be a successful team. Чтоб мы могли быть успешной командой. And there's a place for them to serve. Но есть и для них место служить. You're amazing, Hannah. They're giving you such a hard time. But I know they're getting it. So, look, use those people. Используйте даже таких людей. Use that excitement. Используйте ихнее воодушевление, что они хотят что-то делать. Because you're growing a team. Потому что вы взращиваете команду. Healthy things grow. Здоровые вещи должны расти. Remember that healthy things grow. Who's Помните, still... здоровое должно расти. Who's still taking notes? Кто еще записывает? Кто? One thing we always say at Gateway. В Gateway мы всегда еще одно говорим. In English it rhymes. It's. В английском это рифма. Note takers are history makers. Только братели, они не делают историю, не создатели истории. Только брать, taker. Not just. If you take notes, if you write it down, you're going to be. Записывающие все творят историю. Amen. The pen is mightier than the sword. И что у нас? Карандаш сильнее меча. For me, I'm only going to remember this. Я единственный шанс, как я это запомнил. If I write it down. Если я только запишу это. My wife wishes I followed her around with a pen. Моя жена хотела, чтобы я все записывал. I forget stuff all the time. Я все постоянно забываю. So the fourth thing that's going to make your team successful. Переходим к четвертому пункту, который сделает вашу команду успешной. Is shared ownership in the rewards. Accomplishments and rewards. Celebrate. Share. Делитесь радостью того, что вы, чего вы достигли. Ваших свершений. Celebrate with your team. Радуйтесь или празднуйте со своей командой ваши свершения, достижения и успехи. If you had an outreach project last weekend, make sure everybody knows that they were rock stars. Если у вас был какой-то проект на прошлой неделе, просто сделайте так, чтобы все узнали, что та команда, которая работала, они просто рок-звезды, просто крутые. Give your team value. Поднимите ценность, оцените, уважайте свою команду. Especially if it's the team that you don't want. Особенно если это команда, которую вы не особо хотите. Especially if it's the team that you don't want. Особенно если это не те люди, которых вы бы хотели видеть в команде. People flock to value. Они соединяются, люди соединяются вокруг ценностей. They want to go where there's celebration. И они хотят, чтобы было почтение и признание. They want to serve in the areas that they see the pastor talking about. Они хотят служить на самом деле в тех областях, о которых говорят пастыря. If there's a culture that you want to create in your ministry, если это та культура, которую вы хотите сотворить в своем служении, создать, start celebrating it. Начните праздновать каждый успех и хвалить. Начните хвалить своих людей. We're going to repeat the things we celebrate. We're going to repeat what we celebrate. Мы будем повторять то, что празднуем. I've got four kids. У меня четыре ребенка. The things that they do. И то, что они делают. That I want them to continue to do. И я хочу их ободрить, чтобы они продолжали это делать. I gotta throw a party. Я устрою ради этого вечеринку. The kitchen looks amazing. Кухня прекрасно выглядит. Who cleaned this kitchen? Кто уберет эту кухню? Кто убрал эту кухню? The first one that runs in the room with their head up high. И первый выбегает в комнату с головой вот так. Father. Папа. It was me. Это был я. And they're just ready to be celebrated. И он готов, что его похвалят. People that serve with us. Люди, которые служат с нами.
Just tell everybody what an amazing job they did at the outreach last week. Просто похвалите каждого из них, какую невероятную работу они сделали на прошлой неделе. Your team's going to grow. И ваша команда будет расти. More people, the more effective people are going to join. И больше более эффективных людей присоединится к вашей команде. I'm going to Can we close our eyes? Можем мы прикрыть наши глаза? And with one thing that Pastor John did this earlier. И одну вещь, которую пастор Джон делал сегодня ранее. Pastor Robert ends every service this way. Пастор Роберт всегда заканчивает все служения таким образом. He's done this for years. Он делает это годами. Culture takes a long time. Вырастить культуру занимает много времени. When you think about your team, когда вы думаете о вашей команде, the team you lead, о команде, которую вы ведете, the team you serve on, о команде, в которой вы служите, what does the Holy Spirit want to show you? Что Дух Святой хочет вам показать? And if the Holy Spirit's already showing you stuff, write it down. И если Дух Святой что-то начинает показывать вам, запишите это прямо сейчас. But stay in a place of just listening for a second. Но все равно оставайтесь в этом состоянии прислушания от Бога. Do we see ourselves as a team? Видим ли мы себя как команду? Think about your team. Подумайте о своей команде. Do they know they're on a team? Знают ли они, что они команда? Are we nurturing ourselves as a team? Ведем себя ли мы как команда? Do we believe that the plan we have as a team is going to lead towards success? Верим ли мы, что те планы, которые мы имеем как команда, приведут нас к успеху? Are we committed to each other as a team? Посвящены ли мы друг другу как команда? For this one, if the Holy Spirit's showing you somebody, и если вам Дух Святой сейчас кого-то показывает, then you have a conversation that you get to have. Тогда вам надо поговорить с этим человеком. And it's not telling them what they need to do. И не говорить им, не указывать, что им делать. I'm going to pray over us. Я помолюсь сейчас за нас. Lord, I'm so glad that you put me on a strong, healthy team. Дух Святой, спасибо, что ты поместил меня в сильную, крепкую команду. Lord, I'm so grateful that you've put every single one of us in a team. Боже, я благодарю за то, что каждого из нас ты помещаешь в команду. Lord, I thank you that the capacity of ministry is going to grow. Боже, я благодарю тебя за то, что способности служения будут расти. As we celebrate our team. Когда мы будем хвалить свою команду. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Teams are very important at Gateway Amen. Church. Команда очень важна для церкви Gateway. A strong team is how a pastor of hundreds. Strong team. Сильная команда, где пастор сотен. Becomes a pastor of thousands. Он может стать пастором тысяч. Amen. При сильной команде. Аминь. Amen. Amen. Thank you.